А теперь, можешь рассказать поподробнее, что я видел вчера? Кадаваки, у нас не такие отношения, как ты думаешь. Вы с ней однозначно не просто друзья. Особенно, если она каждый день тебе готовит. Что? Что такое? Приходящая жена. Нет, мы на самообеспечении, а покупать и готовить на двоих проще и дешевле. Вот и его оправдание. Скажи честно, Фуджими, Шиина тебе нравится? Боже, да что ты ко мне пристал? Ну, нравится, и что?